Кемеровчане жаловались сегодня на нашествие мошкары. Целые раи мелких насекомых жители замечали прямо в черте города. Как пояснили на кафедре зоологии Кемеровского государственного университета, это явление не что иное, как брачные игры комаров. Один из видов этих насекомых отличается небольшим размером особей, поэтому горожане и приняли их за мошкару. Активными эти комары могут быть по нескольку дней. В раи объединяются самцы, ожидая своих вторых половинок. Но у горожан оказались свои версии причин этого природного явления. Наверное, дождик будет. Ну, кто-то вкусный. Детей заели. Не знаю, что это такое. Какие-то деревья, наверное. Может, из-за тополей. На желтой майке он прям весь в мошкаре в этой. Мы с него выгоняем.